ОПЕК снизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, в текущем году на 20 тысяч баррелей в сутки. Прогноз пересмотрели в основном из-за более низких, чем ожидалось, объемах поставок черного золота в первом квартале в США, Великобритании, Австралии, Малайзии, Бразилии, Бахрейна и Казахстане. Однако это было частично компенсировано пересмотром в сторону увеличения оценки поставок из Китая на 55 тысяч баррелей в сутки в том же квартале. А вместе с тем ОПЕК ожидает, что США, Бразилия, Россия, Австралия, Великобритания, Гана и Судан будут основными движущими силами роста поставок в этом году. А Казахстан, Норвегия, Мексика, Индонезия и Вьетнам покажут наибольшее снижение.